По словам Вениамина Кондратьева, это позволит выходить с общими вопросами по развитию туристического кластера и сельского хозяйства на федеральный уровень. Сотрудничество соседних регионов также должно способствовать улучшению авиационного сообщения и созданию единого туристического маршрута. Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соответствующий протокол мероприятий по реализации соглашения. Там же в Ялте губернатор Краснодарского края пригласил своего коллегу на этап гонок «Формулы-1» в Сочи, который пройдет с 28 по 30 апреля.